Так, дорогие мои друзья, суп сварила со свинины, вот такие большие куски свинины. Вы всегда говорите, мало ложу. Вот сегодня специально много положила, чтобы дети мясо просто хотели поесть, вот положила. Смотрите, куда я свою блинную сковородку повесила. У меня вот здесь кружки висят, да, и блинная сковородка тут тоже висит. Ладно, суп сварила, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Пока суп варила, решила перемыть все кружки, как вы видели. Все кружки перемыла, тарелки часть перемыла. Сейчас высохнет, потом берем сразу по шкафчикам, чтобы не лежало. Умывальник отмыла, стенку эту помыла. У нас тут пластиковая эта штука, вот эта вот наклеена. И поэтому ее можно мыть. Классно моется, между прочим. Самый лучший вариант для кухни. Ладно, суп сварила. Сейчас хочу кофе вскипятить, кофе попить. И куча других дел.
Я сегодня, знаете, что хочу сделать? У Вани шкафчик перебрать. У него столько маленькой одежды стало. Хочу ее отдать одной знакомой своей. У него мальчик маленький по сравнению с нами. Ну, у него по возрасту меньше. Я отдам ей Ванькины костюмчики, всякие штанишки. Перебрать. А то что-то смотрю, у него столько маленьких. Вон, ну, Тайсон тарелку. Вываливай Тайсон тарелку и вымывали. Катя, просто не доели, а Тайсон вываливаю сразу. Катя, ну ручками сделай. Сразу вымывальник, чтобы потом помыть. Ладно, дорогие друзья, пью кофе и пойдем перебирать потом Ванькин шкафчик. И на Маринкин посмотреть тоже, потому что я знаю, что там у нее платьишки маленькие есть. Надо тоже поотдавать все знакомым. Нафиг оно будет все лежать, храниться? Надоело все. Что-то хотела сегодня соседей увидеть. Хотела им, у Егора куртка маленькая стала и кофта. Деньги отдать, а дома их нету никого, соседей. Я обычно, что после Егорки остается маленькая, соседям отдаю. У них Дане 10 лет. Катя, Даньке ведь 10, да? Как Кате 10 лет, да, ему. И он как раз. А после Егорки ему как раз вещи нормально становятся. Ладно, дорогие друзья, буду пить кофе. Дорогие друзья, мы поехали с Оксаной. Оксана, скажи привет. В город Валберес надо забрать. Я давно мечтала о блендере, который не погружной, вот как вот мне подарили, а другой, чтобы измельчать в нем все. И нынче мне моя подписчица написала о том, что Настя, там скидка огромная. Хочу сказать ей огромное спасибо. Я его заказала. Стоил он всего 1000 с чем-то, но более подробно потом вам расскажу. Сейчас сегодня он у меня пришел, поэтому мы едем забирать. Оксана, вот в таком костюмчике повернись. Красивая куколка. Все, пойдем. И мы идем на автобус. Мальчики так оглядываются, аж в шоке бедной, что его снимают, видимо. Ладно, идем на автобус. Еще по пути в магазин хочу зайти. Жвачку взять. А то у меня жвачка в сумке, девочки всю вытаскали. Ну, соседи, козочки. Ладно, идем мы с Оксаной на автобус. Желайте нам хорошего пути, ну и поехали с нами.